Муль, вот ты говоришь, не умеешь рисовать, скинь фотку, я красиво нарисую, чтобы все поняли, какие у тебя волосы. Да блять, иди на стриме. Прости, если отвлекаюсь. Именно вот. С днем рождения, Денис. У меня 7 опенфрагов, 24 на 15 настрелял. Учитывая лаги, учитывая лосы, учитывая пинг, учитывая мой тильт от прически, учитывая то, что сервер Франция или какая-то там хуйня другая, учитывая то, что вообще я со стримом играю, учитывая, что у меня новая сенса, учитывая, что у меня input lag, учитывая, что у меня мать живая, я вернул 3300 эл. Я красава? Я красава. Запускаем next. Вот чел кидает клип, не регает. Давайте вот реально проверим, регает, не регает. Ну типа регистрация присутствует, не присутствует. Вот у нас первый выстрел. Пожалуйста. 0.25. Ой, я в пи***, по-моему, стрельнул, да? Флик в маму. Да, немножко... Тут признаю. Признаю, мимо. Признаю, я могу признать свою ошибку. Без проблем. А тут? А тут куда? Так, вот тут не регнуло, я помню, мимо стрельнул вроде. Мимо, признаю свою ошибку. А вот этот выстрел куда? Куда, куда? А ну-ка. Опять не регаешь, да? Оп. Ну и тут мимо. Ладно. Удаляем нахуй. Блять, опять тронул волосы на затылке. Я когда играл, блять, не трогал волосы и уже забыл то, что случилось с ними. Блять, какой ужас. Когда их вверх делаешь, как будто ты ежик ебаный. Боже, это такое противное чувство. Когда ты ебаный лысый хуйос. Блять, буду витамин... Куплю просто все виды витаминов, чтобы у меня волосы уже завтра выросли нахуй, как у, я не знаю, как бы, ну я не знаю как, что, блять. Не переобулся, а признал ошибку, вот именно. Вовремя адаптировался к ситуации. Он лысый? Нет, я не лысый. Я не лысый, блять. Просто немножечко волос мало, но я не лысый. И хотя я трогаю, как будто реально лысый. Ну, не принимайте, короче, все это, ну, типа, супер серьезно. Потому что, объясняю, у меня были волосы ниже шеи, а сейчас не ниже шеи. Поэтому я просто сравниваю их, блядь, утром ниже шеи, а сегодня... Блядь, пиздец, вот бы, блядь, была кнопка заново прожить этот день, нахуй. Заново была бы кнопка прожить день, я бы не проснулся в 10, не пошел бы в душ, нахуй, через силу. Я думал, бля, может, блядь, вы чтоб понимали? Блядь, чтоб вы понимали? Я проснулся в 10, у меня было что-то там 12, там записи или какая-то такая хуйня. Я в 10 просыпаюсь, думаю, блин, ну не успеваю, если не встаю прямо сейчас. И мне было очень впадло встать, очень впадло встать. Я думаю, блядь, ну ладно, я все-таки, блядь, не слабохарактерный человек. Переборол себя, встал, пошел в душ, поехал, нахуй, подстригся, а нахуй ты сделал, если я стал недоволен из-за этого. Лучше бы, блядь, я просто, как ебаный дебил, заснул дальше, блядь, лежал, спал, нахуй, кайфовал. Максимум, что было бы, это просто мне мать бы сказала завтра то, что, бля, ебать, ты заросшая чмо, и все. Но это намного лучше, чем, бля, сидеть нахуй лысым. Нарисуй в пейнте свою новую прическу. Ой, бля. Так, ну вот, смотрите, вот я. Ну, типа, вот это будет, типа, моя рабочая, ну, зона. Голова плюс шея, да? Вот я. До этого у меня было, типа, вот такая хуй. Хотя, блин, нет, как-то странно выглядит. Ну, короче, длина у меня была под конец шеи. Что-то только просто шея длинная получилась. А сейчас у меня, блядь, вот так вот, во-первых, нахуй. И вот так вот, блядь. Ну, коричневым цветом только. Ну, блядь, это пиздец. Что это, нахуй? У меня примерно так, блядь. Сука. Пиздец, блядь. А, Швиден забанили, шухи. Давайте Германию еще забаньте, уебать. Аверпас, да ты доебался со своим аверпасом. Ох ты ж, ё-моё, вот это команда. 18, 16, 19, 17. Ща наиграемся, нахуй. Вот чел пишет краш один. Ну это когда мать сдохла, правда. Крыша дома. Ну, блядь, чё, ебак нарисовать мне свою прическу? Вы ебанутые, блядь. У меня... Чё доебали до меня, нахуй? Тут вообще коричневого нету, блядь. Ну, короче, у меня ща волосы где-то, если по длине, то вот как-то так здесь. По бокам. Ну, шлем нарисовал, нахуй. Блять, ну я не умею рисовать, отъебитесь, нахуй. Ну, я, короче, вот примерно такая длина у меня по глаза, чуть ниже глаз. А до этого была вот конец шеи, допустим. И у меня вот так вот волосы были. Бля, ну так охуенно было, реально. Блять, так охуенно было. Я просто трогаю свои волосы, у меня была ебаная шевелюра, нахуй. Я чувствовал себя львом, блять, просто ебаным.
А сейчас нахуй. Бля, позорник ебаный. Бля, еще и оверпас этот ебучий опять. Ты лысый, Тимур, у меня есть пруф? Блять, нет пруфа. Я на улицу не в капюшоне не выйду нахуй никогда. Никогда нахуй не выйду. Нефор? Да не нефор, блять. Просто длинные волосы это называется. Побрейся на лосо, в шее не будет. Пишет папа Тимура 228. Блять, просто иди нахуй. Вот реально нечего добавить даже. Вот твой обед нахуй. Бутылка пива и хлеб, блять. Батёк ты ебаный. Еще молнию на затылке сделай. Молнию на затылке это вообще пизда. Блять, молния на затылке это вообще конец нахуй. Да сколько стрижка? Я 1500 отдал, 1800. Не знаю, я дошел до того уровня, когда я могу не смотреть на ценник. Вот вчера покупал Porsche, на ценник не смотрел даже. Но это уровень, если что, это уровень. Вчера покупал Porsche за 18 миллионов. Сегодня стригся за 1500 нахуй и пожрал дерьмо. Сука! Ну когда я отрасту, блять, все будет заебись. Все будет круто, блять. Но сейчас, нахуй, лучше, бля, не видеть эту хуйню. Лучше мне 3 месяца просто глаза замотать повязкой, нахуй, чтобы я не видел эту хуйню. Чтобы не чувствовал, желательно. А, еще есть догадка одна, то, что у меня волосы тонкие. Меня это супер бесит, то, что у меня тонкие волосы. Как сделать из тонких волос нормальные, блять? Подсказку. Ну, я, конечно, не уверен, то, что вы, блять, точно знаете это. Ой, блять, нищиёб! Нахуй ты меня стопишь? Нахуя меня мой чел с аватаркой цветка ебаного стопит? Торец. Торец. Наш чел на монстре умер, как такое возможно? Хеллоу? У меня чел пропрыгнул, инфу даже не сказал, блять. Все проебали, идите нахуй, ёбки, блять, ебаные. Все. Все. Все, конец. Что у меня с челом? Он просто завис на... Этот нахуй. Блять, зажимом с 250 на ходу попад... Блять, все проебали. Какой у тебя рост? 187. Если что, у меня батя в 13 лет был 196. В 13 лет. В 13 лет. Эта тварь была выше меня, нахуй. Когда мне уже 20 лет почти что. На 10 сантиметров, нахуй. Найс, мэн. Ноу! Маму ебал! Ха-ха, реально ебал, походу. Найс раунд, бойс. А может ты не в отца пошел, а в бабушку? А нахуя тогда меня отец рожал, если я пошел в бабушку? Ну не рожал, а типа спавнил. Ну типа... Ну вы поняли. Это что? 3000 лобби, если что. Кстати, вообще интересный момент только что произошел. Сити. Бля, какие там дураки играют, это просто пиздец. Легчайшая для величайшего. Dead long turret. Прочитал тоже. Мормит. Но я знал то, что они здесь. Я знал, сука. Уже 8 нафармил, блять, за 4 раунда. Хуя я красава. Сэндвич на лонг туалет. Да я ебал рот нахуй. Не, вы видели? На самом деле чел с лонга туалетов вышел. Я на него перевелся, ему даже пизды успел дать. Ну просто не зарегистрировало нахуй ни одного патрона. Пишу в 50-й раз. Пей селен, медь и кремний. С озона можно заказать. Это для волос тема пиздец. Еще можно по... на подкалывание волос ходить. Спасибо, скажешь, дядь. Так, я это запоминаю, блять. Лоу. Что? Как вы это объясните? Что? Как вы это объясните, блядь? Что, блядь? Я не понял. Погодите. Куда я попал, нахуй? А ну-ка, объяснительную, блядь. Так. Что? То? Чё это, нахуй? Чё это за хуйня? 66 хп? Вы чё, вообще пизданулись, нахуй, с планеты, блядь, Юпитер? Какие, нахуй, 66 хп, блядь? Так, клип. Я отправляю это Valve в студию. Я просто приду. Блин, я даже не знаю, что сделать нахуй. С чем прийти мне, блядь? Может, с Авиком к ним в студию прийти? Ну, GTA RP, разумеется. Чё за хуйня? О, я придумал. Приду к Гейбу с Авиком этим же, с которого 66 дал, блядь. Ёбну ему прям нахуй в то же место, блядь. Посмотрим, сколько зарегает дэмэджа. Ну, GTA RP, разумеется. Чел, что ты хочешь сделать? Я очень не хочу этого делать. No way. Блять.
Я ж только что смотрел то, что там нихуя нет. О, вот это, кстати, нормальная темка. Да что? Он просто убежал. Ну, не, он на синим идиот просто ебаный. Пришел. Лонг. Сука, ты ебаный дебил, нахуй. Вот кто этот чел у нас на синем, нахуй? Что с ним, блядь? 17 ВГ, нахуй. 65 винрейт, 17 ОВГ. У меня, блядь, никогда такого в жизни не было, нахуй. Я хуею, блядь. Бля, пропускает типа, нахуй, и приходит ко мне за камень, блядь. Не, ну чё у тебя вообще, сука... Ой, бля, ладно, плюс ладно, нахуй. Матч... Бля, у меня чел как будто сик-абузер, нахуй. Ну вот поэтому у него и КД, блядь, 0.9. Дед. Спасибо за донат, лысина. Благодарю. Хоть чем-то полезно стало. I can flash. Нормально, go. Флэш рейтсет. Блять, бомба в пизде, опять я забираю. Мэн? Кинг? Тугезер. Эх, он просто сел за ебучий стол и ждал... Бля, я всех вас в рот ебал, сука, ну за что? Почему у меня ни один человек не имеет АВГ, блядь, 19 хотя бы, нахуй? Просто все ебаные нищиёбы, блядь. Бля, это очень печально, нахуй. Очень печально. Мне еще за коннектор париться приходится, потому что это шлюха у нас на первых. Ой-ой-ой, я тоже ничего такой. Кто возьмет? Short one. Вам вас коннектор. Ты шорт? Short. This guy from A. Too short. Бля, ну я говорил то, что когда мы взяли 4 или сколько, 3, блядь, то что нужно как можно больше взять. Но это не 5, нахуй, было намек. Намек не на 5 раундов был, если что. Намек был на раундов там 8-9 хотя бы, блядь. Мы за КТ не камбэкнем, потому что мы за КТ еще хуже играть будем. Блин, такой классный мув запушит лонг на ласт раунде же, ну, блядь. Никто не выкупил. Почему мне вообще команда мне хаешку в руки кинула, блядь? Почти что у него с голосом? Какой-то странный. Этот пошел, умер, блядь, с 30 хп, красава. Просто фуловый смок, он идет, просто умирает. Я ебал. Вовремя. Да, блядь, я... Ну, вот поверите. Поверить в эту хуйню-то, что именно в эту... Блядь, чтоб я еще раз в жизни, нахуй, рандому авика давал слоу хп, блядь. Сука, я всегда на этом проебываюсь, когда рандому ебаному авика даю, блядь. Всегда, нахуй. Абсолютно всегда, блядь. В каждой игре, блядь. Как заебало, нахуй. Какое начало было хорошее, блядь. Ну, а еще классика на фоне, блядь. Я вообще ни разу не горю, нахуй. What are you doing, blue? Бонни-хоп на хэвене, интересные. Что за бред? Почему они все налево вообще не пикают? Как это? А как понять? Почему они лево вообще не пикают? Что за гении ебаные там играют, нахуй? Я не могу. Я еще на этом ебаном хэвене остался только из этого придурка ебаного, блядь. Ну ёшкин кот, зачем еще один смок? Прикиньте, меня выйдет прямо мой бьет сквозь смок вообще. В теории такое возможно, и мне кажется, нет. Прикольно он, кстати, придумал. Вообще идеальная отыгровочка. Кинул в меня смок и молик мне под ноги, нахуй. А чё я тебе сделал, блядь? Я не попадаю моликом же. Кремор мид сорту. Пиздец. Блу. Вы видите? Это мой игрок! Это игрок моей команды! У него 2600 элла, блядь, 5000 матчей. Вы видите, как он играет? Это подставной хуесос, блядь. Ну я не могу просто поверить, то, что я должен в лобби с такими уёбками играть, просто бездарными, безрукими, нахуй. Ну схуя ли я должен с ним играть? Вы вообще видите это, блядь? Чел самую тупую позицию занял. Не может кнопки нажимать вообще, нахуй. Нигде, блядь. А, кстати, синий open фраг сделал, если чё. Синий сделал open фраг. Блядь, запомните этот момент, нахуй. Легендарный. Найс. Nice. Я чё-то не понимаю. Один в туалетах, нахуй. Один на Б ходит с бомбой. Чё ж за пиздец они делают? Ну чё у них в голове? Не по...
Тимур, вот ты говоришь, не умеешь рисовать, скинь фотку, я красиво нарисую, чтобы все поняли, какие у тебя волосы. Да, блять, иди нахуй! На стриме. Прости, если отвлекаюсь именно в этот момент. Ой, блядь. Спасибо за 200. Почему именно в этот момент? Выстрелы не регает, нахуй. Какая-то просто свинья ебаная, дочь проститутки последняя, блядь. Опять своих ботов хуярит в чате. Дэдкон. Я не смог среагировать. Потому что, блядь, а что я... Куда у меня глаза посмотрели, нахуй? А что, почему? Куда я отвлекся? Я куда-то отвлекся, я уже забыл просто, куда отвлекся, нахуй. Блять, что происходит, нахуй, у меня вообще... Иди нахуй. Да иди нахуй! Ебать! А маме своей ты не хочешь такой вантап поставить, сын шлюхи, блять? Магнус ебаный. С КД за 20 матчей 0-9, блять. Бля, мы из-за этого раунд ебались, то, что меня просто убил, нахуй. Бля, ну я просто не знал, что они коннекторы идут, бля. Ну, может, моему челу лучше бы не хопить, а не в КС играть? Вроде неплохо получается. Вроде реально неплохо получается. Может, он просто в Counter-Strike не будет играть, а будет играть в... Бонихоп? Хуй знает. Мормит. Not out, not out. Dead short. Dead side. Bridge, bridge, 50 HP. Dead bridge. Last, последний. Dead shot в меня. He has AWP. He's side. Use shift. Yeah, I shift. Такие дела, такие дела. Мне даже не говорят инфу, то, что плантит. Maybe info says that they are planting B, I don't know, guys. Я 62 стан, блять, почему? Почему против меня 3000 ELO, 3400, 2400, 3300, а за меня ни одного 3000? Я хочу тебя снайпить, но у меня 3 LVL. Можешь свои 3K ELO слить, чтобы я мог заснайпить тебя, ПЖ. Прям сейчас сливаю полным ходом. Столько раз уже клавиатуру ударил, просто я понимаю, что еще одна тычка, и она погибнет.